Все, камбэк. Вот дай мне, пожалуйста, C5. 1690 соперник. Все, отлично. C4, C4. Все. Ага. Дальше что? Слон C4. Нет, дальше D6. P5. Ну. Расширенный северный гамбит. И вот так вот, да? Да. Потом F5. Ну, F5 сильно. Все скажут, что вы играете со слабаками. Ну, мы играем со слабаками. А кто ж поспорит? Никто и не спорит. Конь Нет, F6. мы играли вроде не с такими слабаками. Толку-то на результат-то не влияет в любом случае. Ну, конь F6. Понятно, что с людьми из 3000 нельзя это исполнять. И в первую очередь не потому, что ты проиграешь, а потому, что это неуважение к сопернику. Это, конечно, и к этим людям неуважение. То есть я небольшой фанат камбэков вот именно в этом плане, но что ж поделаешь. Вживую я точно не стал бы так делать. Сюда? Да. Ну вот видишь, приходится играть конь d5. Вообще наши фигуры не должны покидать свои позиции. Давай поставим их на место. А избавимся от них лучше. Ну вот, ну же g3. Что я возьму? Ага. А он сейчас ведь пойдет g3. Нет, о, ферзь f1, он тоже исполняет. А я артист, а? Да погоди, блин, что ты трогаешь фигуры все мои? Смотри, смотри, есть какая-то тонкая идея. Ну? А нет, она не тонкая. Ну, 2-0 это не туда. Мне можно ходить 2-0, а тебе нет. Теперь я пойду d5. Нет. Ну d5. Да где камбэк-то? Вот это что, не камбэк, по-твоему? Вот это вот не камбэк? Нет. C4 b5 с лямки. Нет. Как ее теперь вернуть на место? Не знаю. Ну, пусть будет так, не важно. Ну все, ферзь ушел в атаку. D5 надо было играть. Нет, нет. Вот часто D5. Еще две скидываем, нормально. Хорошо. Вот, я тебе доволен. За инициативу. Ну, если он сейчас не пойдет ЕД, то все будет бессмысленно. Он пойдет ЕД. Он может не забыть про взятие на проходе. О, нет. Так что твоя идея была. Ну Е6 тогда. Профилактика. Д4 хочу все-таки отдать эту пешку. Все правильно. А я тебе говорил, когда-нибудь пойдет G3. Ну нет. Он конь слишком. Конь G2 надо играть, чтобы все фигуры защитить. Как думаешь, найдет, не найдет? Нет. Ну, тоже можно. Может, да, так сильнее, да? Так что я ошибался. Вот, Никит, смотри. Ферзь b3. Что? Что? Какой ферзь b3? Ну, фигур уже не будет после этого. Ну и что будет? Может, один ферзь h1. Чем мы будем играть? Двумя ладьями и конем. Что? Ну что за бредовая идея? Нет, нам нужны фигуры. У нас так плохая позиция, очень. Очень плохая. Ну точно. Нет, ну а что мне хорошего? Ну, ферзь b7, пойди уже. Нам нужны фигуры, которые можно играть. О, есть потрясающий по красоте ход. Конь b4, корректный. Что? Конь b4. Ну, взял. Ну, все, отлично. Так, погоди, у нас, во-первых, ладья h6 висит. А второй ферзь f3 висит. В общем... Тут не на конь b4, тут надо уже ноги уносить. Да нормально все. Нас 1600 выигрывает. Ну вот, а спинники, то есть нам говорят, что играем слабаками. Ну, правда, видимо, он не знает правила для тебя на проходе, но это уж нюанс. Добавим минуту. Так, он куда топает вообще? На g5? Жертва качества. Ты доволен? Нет. Почему? Потому что я не вижу, как...
Ну вот, забрать на d4 отдать. Да нет, это не серьезно. Почему? А в чем? А, типа на b3 мы много разберем. Вот плохие пешки. Что скажешь, у нас достаточная компенсация? Да, отличная компенсация. Ну-ну. Ну мы сейчас мат дадим. Мы сейчас флаг уроним. Нет, мы дадим мат. С одной стороны c4 пойдет. Тогда можно вообще уже сливать. Сливать воду. Почему он такой маленький рейтинг? Ну, не знаю, странно. Играет вроде по-любому. Так, ты нашел шах? Да. Важнейший. Еще один важнейший шаг. Да он не будет бить. Спорим, не будет. На что угодно спорим, не будет. АМ, в чем идея? Ну, вот теперь он побил. Ты что, белыми играешь? Не побил чисто, чтобы спор выиграть. Почему ты не поменял ферзей? Наш быстрее дошли. c5, d4, там не думаю, что он быстрее. 10 секунд, напоминаю. Ладно. Без трех. Вот видишь, он потерял темп. Так чьи быстрее? Ну, после того, как он сыграл, уже наши быстрее. Наша девочка. Спешит. Спешит наша девочка. Ну нечестно же рубить флаг, когда тебе минуту добавили. Держи 0 пунктов. Отлично. 1 пункт.